Друзья, лучник счастливчик. Удача на сотню. Обливион дрожащие острова. Всем привет! Меня зовут Иван, это мой канал Мистер К. И да, знак вор, раса темный эльф, класс Кэт, уровень 45. Мои параметры, моя прокачечка. Остался только интеллект, это у меня дополнительные бонусы. Ребятушечки, ну колдовство, да? Колдовство меньше всего, все остальное... И, конечно же, двор безумия. Претендент, только претендент. Иду по главному сюжету. Дрожащих островов. Так. А как? А давайте возьмем кто-нибудь из вызов зомби. И просто-напросто поднимем ровно 10 уровней. И после 10 уровней... колдовства. Мы ищем ближайшую постельку. И на боковую. 46-й, друзья. Интеллект. Сотня! Но получается, я уперся. Следующий уровень я уже не подниму. Почему? Да потому, что выше сотни нельзя качать. Нельзя. Спасибо за ваши комментарии. Попробуем уже на следующем стриме. Как легально поднять уровень, даже когда у тебя параметры на сотню. Если у вас еще варианты, пишите в комментарии, друзья. 46-й. Никогда до такого уровня не докачивался. 46-й. Охренеть. Так, ладно. Летим, друзья. Не-не-не, вот сюда. Сейчас я прохожу... основной сюжет. Лучшая ловушка. Шагарат выдал мне описание Зедилиана и странное устройство под названием Судный Аттенюатор. Мне нужно отправиться в Зедилиан. Зедилиан — это локация, в которую мы сейчас телепортировались, и восстановить его работоспособность. Следует прочитать руководство или поговорить с Хаскелом. Ну, мы с ним поговорили, чтобы ознакомиться с этим необычным предметом. Также мы нашли эту локацию, и я в Зедилиане. Нужно начать поиски фокусирующих кристаллов, которые свяжут резонатор со всем подземельем. Довольно интересненько. Так что пойдем. Пойдем, друзья, искать. Кстати, у меня с канала стримы Мистер Кэт. Трансляции каждый день, а бывает даже по два. Последнее время частенько, да? Ребятулечки, я возобновил прохождение Fallout New Vegas. Это все из-за сериала Fallout. Это все из-за сериала. Но все-таки круто. Я его так и не допрошел. У меня там осталось два крутейшие официальные дополнения. Так что всех жду. И прохожу Skyrim. Да, я возобновил прохождение своих стареньких гайдов, которые набрали... больше миллиона просмотров, только я перепрохожу спустя 6 лет на легенде в режиме выживания. Там сейчас за воришечку, за убийцу. Ссылочка в описании на канал, присоединяйтесь. Ламповая атмосфера каждый день. Так, ну что, пойдем. Я, узнаете, о чем подумал? О том, что я такой, знаете, призываю зомбяков, качаю колдовство. А они ж мне могут прекрасно помочь. Я же лучник. Пускай зомбяка, он там дерется, а я сдалека постреливаю. А? По-моему, неплохая идея. По-моему, очень неплохая. А что, не могу открыть? А, кнопка, да. Зубастенькая кнопка. А дальше ж колдовство будет качаться. И будем получать все мощнее призванных существ. Это, мне кажется, очень круто, мне может помочь. Здоров.
Так, спокойно. Ну, подумаешь, влетело что-то в спину. Сквозняк. Ага, заметил все-таки, да? Или не заметил? Или заметил, или не заметил? Все-таки заметил, да? Все-таки заметил. Ладно. Вызывает зомбяка. Он, по идее... Ай! Мне помогает. О, потерял меня. Отлично. Но они как-то с зомбяком не особо дерутся, да? А, не, начал. Смотри-ка. Как быстро он ушатал зомбяка. 3-4 удара. Ну, наверное, из-за того, что это начальная уровневая... Начальная магия колдовства, Вань. Как он меня видит? Тут же темно. Напомню, скрытность у меня уже давным-давно прокачана на 100. Я не совсем понимаю, как тут влияние брони идет на скрытность. Может быть, если я все же лучник и хочу максимум добиться скрытности, нужно ходить вообще без брони, чисто в одежде? Ну, просто бронька дает кое-какие бонусы, которые мне, ну, сейчас, наверное, особо уже не помогают. Ну, надо проверить. Вали. Так как удача у меня на 100 тоже, шанс паралича довольно высокий, и я этим пользуюсь. Ого, как надолго, да? Смотри, даже не может встать. А, он уже все. Он уже все, Вань. У меня... А, погоди-ка. Я кое-что забыл. Во-первых, я забываю ремонтироваться. Дай-ка я отремонтирую снарягу. Ого, у меня сапоги вообще сломались. Ха-ха, нормально так. И смотрите. У меня еще капюшончик. Давайте мы его... повышение стрельбы на 10 единиц на себя. Но если у меня стрельба уже 100, она же уже не повышает, правильно? Выше 100 вроде не работает. Получается, этот бонус уже бессмысленен. Он имеет смысл, пока ты не докачал стрельбу до 100. Я правильно говорю или нет? Напишите в комментарии. Также кираса. Смотрите, ловкость 13 единиц на себя. Но ловкость-то у нас уже... Не-не-не, но тут немножечко не так, потому что ловкость у меня на 100. Но если мы зайдем в параметры, то увидим, что ловкость вместе с бонусами больше 100. А если здесь показывают, что плюс и больше 100, может быть и в других статах, ну, имею в виду такие, например... Ну да, скрытность 110. Значит, она защищает на 110. Но работает ли этот бонус? Читал статью со скрытностью. Там точно имелось в виду, что да, в игре могут быть удача... Ой, не со скрытностью, а с удачей. Может быть бонус удачи больше 100. Из-за этого шанс срабатывает намного чаще. То же самое бритвы Мирнуса Дагона. Значит, все-таки работает. Значит, все-таки бонусы есть. Но напишите, друзья, в комментарии. Это просто циферки, или они действительно работают. Так, у нас тут еще один. Я делал капюшончик, теперь я вижу их. Жабки. Ага, это лучник. Ого, как закрутило. Хорошо. Потерял. Такой стрельнул и потерял. Ой-ой-ой-ой, как тут прикольненько-то, а? Металлические ворота. Отправиться не здесь, скорее всего, нужно найти кнопку. Кинжал, серебряная стрела заберу. Стрела Грамита. Или Грамита. Яды, немножечко монеточек возьму. А это сундучки. Да, сложный. Ничего себе. Кроем ли мы сложные, а? Ну да, когда скелетный ключ, можно не выпендриваться. Эбонитовое кольцо без зачарования.
70 золота, отмычка, ремонтный молоточек. Игра как будто знает, что у нас тут будет очень часто все ломаться. Очень слабое зелье лечения. Пойдет. Так, здесь какая-то решетка. И, наверное, это для красоты. А урны отличаются, да? Да, получается, на той, которую можно лутать, такая некая крышка. Но погоди. А где же кнопка, которая открывает ту дверь? А может быть, та дверь открывается с другой стороны, и это выход? Ты об этом не задумывался, Ваня? Да-да-да, там вон есть ступеньки. Очень даже может быть. Так что пойдем дальше. Давайте сохранимся. Еще, друзья, на дрожащих островах прячется один из самых интересных и безумных луков. Так что попробуем его получить. Не попробуем, а получим. Так, ой-ой-ой, сколько вас. Ой-ой-ой. Так, интересно, а через эту решетку я смогу попасть себе или нет? Это что, он спотыкнулся или отдыхает? Что-то непонятное. Не-не-не. Эту решетку не простреливает. Я видел, как стрела просто упала. Ладно. Ого! А что так много сняло-то? О, блин. Плохо дело. Плохо, плохо. Ванька, беги! Вызывай зомбяка. Осторожненько. Зомбяк завалил? А что это с зомбяком? Вы видели? А почему он был электрический? У зомби же разные эффекты, да? Нифига себе интересненько. Да, он же может точно так же, как и по нам бьют зомби, или забрать какой-то параметр, да? Или... Но урон электричеством, разве такое было? Почаще, Вань, вызывай. Матрица сапог безумия. Ребятулечки, нам надо будет найти матрицы, получается, на каждый из комплектов. То есть, кераса, сапоги, перчатки, кость. Ну, кости нам же не нужны. Ой, сколько ядов. Черная смола. Запасил скорость здоровья, электричество. Да, алхимия у меня прокачана уже до того, что я любой ингредиент вижу все-все-все эффектики. И это круто. Кристаллический посох. Урон электричеством 25 на 46. Слушайте, неплохо. Что? А это оно? Лучшая ловушка. Найден первый из трех фокусирующих кристаллов. Он был прикреплен к оголовью хрустального посоха громитского шамана. Думаю, они используют кристаллы как источник силы для своего оружия. Теперь следует поместить вынутый из жезла кристалл в судный центр. Судный центр? Наверное, дальше будет, да? Ой, какое ожерелье у тебя прикольненькое. Крабик. Ракушки. Ха-ха-ха. Ого. Ого-го. Не обращал внимания ранее. Так, пойдем дальше. Пойдем-ка, друзья, дальше. Потому что там еще один был. А, не, все-все-все три, да? Все три. Слушайте, а нужно более тщательно их осматривать, да? Потому что именно сюжетная вещь. Золотой амулет без зачарования и 69 золота. Это не лутается.
Судный центр. Вот он. Да. Первый кристалл помещен в судный центр. Следует продолжить поиски фокусирующих кристаллов. Ясно, понятно. Понятно, ясно. Слушайте, я его могу забрать. Это какая-то ракета, да, которая пытается улететь, но не может. Я пытаюсь. Не, ну реально, как сопла, знаете, снизу вот это вот огонь. А, нельзя, нельзя, я понял. Блин, ну сделан так прикольно, блестит. Офигеть. Как будто какая-то трассировка лучей, да? В 2006 году еще была. Вау. Ладно. Ладно, первый есть. Пойдем дальше. Пойдем, друзья, дальше. Так, ну это все осматривал. Осматривал. Угу. Враги аж там дальше. Слушай, тебя безопасненько тогда. Видишь врагов сдалека. Правда, такой гигантский спойлер. Там будут враги. А ты типа не знаешь, что они там будут, да? Руда безумия. Собираем. Собираем, собираем. Тоже хочу сделать сеты и с руды безумия. Ремонтный молоток. Опять игра напоминает тебе, что чинись, дружище. Лягушки, наверное, очень сильно ломают броньку. Сохранюсь. Что он делает? А, они, наверное, молятся, да? Да, 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 да. А как это так? Те жабки с 10 раз, а эти с 2 тычек. Видимо, они разные бывают, да? Более сильные, более слабенькие. Тут скрытности вообще с 2 тычек. Хорошо, да как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тотемы у них такие забавненькие. То есть они молятся сами себе, что ли? Ну ты же к мордочке. Я думал, у них есть какое-то божество. Может, это божество так выглядит. Ого! Посох пламени. Ну, это не особо мощно, не буду брать. Он просто тяжелый, 10 килограмм. Немного стрел. Усыхающая луна. Восстановление магии, щит, исцеление болезни, отражение заклинаний. И матрица сапог безумия. Как много интересных вещей у них. Руда безумия. Почему так часто падает-то? Да, в Скайриме ее добавили, но... Ну, блин, она падает там только в больших сундуках, да? Не, ну в локации безумия еще с этих... С пеньков. Тут тоже мы с пеньков много чего найдем потом. Когда будем в определенных локациях. Яйца их. Повреждение магии. Рассеивание. Хамелеон даже. И безмолвие. Обладает такими свойствами. И стрелы. Стрелы, стрелы заберу. Все-таки я лучник. Мне пригодятся. Блин, я все равно... Как дурак, жду все-все-все-все-все старенькие игрушки, которые в будущем когда-то выйдут с трассировкой лучей. Представьте, как это будет все светиться красиво. Блин. Так-так-так. А это что за... Голый торс. Какого-то мужика. Шиагарата, наверное, да? Фига себе. Нажал кнопочку. Ой-ой-ой-ой-ой, отмычка. Латунное колечко у скелета завалялось. Две отмычки. Зачем я отмычки беру? Латунное кольцо. Потому что ты плюшкин, Ваня. Тебе надо все и вся забрать.
Наверное, посмотрит, упал кто-то ловушку или не упал, да? О, это посильнее будет. Ну, не намного. Почти. И выстрел в колено. А, это их щиты как... как моллюски, вы поняли? Прикол. Пояс. Ага, получается, с украшениями, наверное, девочки. Ну, с этими, с бусами. Бусами. Так, яд из серебряной стрелы я заберу. Опять же, яды. Яды, яды, яды. Отмечки уже не беру. Так, наверное, туши, Вань. Туши. Факел. Так, еще один сундук. Ух ты. Попал. А вот это вот уже какой-то злюка. И не будет так просто распадаться, но нам повезло. Паралич хороший такой сработал. Ого. Ну, видите разницу, да? Кое-какие из 2000. Топор. Поглощение запасил 10 единиц. Не буду. Ожерелье. Обаяние на 8 единиц повышается. Довольно нечасто такие вещи падают. Большой камень-душ, но без души. Безупречная жемчужина. 5 золота. Ой-ой-ой-ой. Сколько вкусненького. Давно я столько вкусненького не находил. Так, у нас тут есть... Где-то... Вот он. Кристаллический посох. Еще один. Урон электричеством 30 единиц. Гигантская спора. Мощный щит. И матрица сапог. На один второй фокусирующий кристалл. Следует поместить его в судный центр. Давай, давай, помещу. Второй кристалл помещен в соответствующий центр. Следует продолжить поиски следующего фокусирующего кристалла. Ой, хорошо. Ой, как хорошо идет-то. Зелье волшебства. Чуть не пропустил. В темноте. Внезапность. Еще. Ну давай, 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 давай. Заметил. Не надо. Не надо вставать. Наверное, это все же он электричеством бьет, а не зомбяк, да? Потому что начал обращать внимание, что они там что-то напрягаются и кастуют. Ой-ой-ой, а тут их много. Да? Вань, 2 это немного. Ну просто большой зал. А вдруг я там еще не вижу? А вижу только 2. А будет еще не 2. Ай! Ух ты! А стрелы-то необыкновенные. Они с каким-то эффектом еще. Наверное, яды. Яды, еще раз яды. Понижающие характеристики и так далее. Эта волна что-то с магией, наверное, связана. Уменьшение маны, что ли? Напишите что в комментарии. Вань, зайди вообще-то в свойства и посмотри. Не все ж помнят эти значочки. Так, ну ладно, он уже исчез. Пропал. Так, он светится. Если он светится, значит он еще живой. И очень-очень-очень живучий. Так, все. Стрелы забираем. Тут какие-то ступени гигантские. Ага. Ага. Не вставай. Не надо.
Не надо, не надо, не надо. Я еще мажу. Ну. Хорошо. Хорошо. Ой, какой хвостик. Ой, какой малютка. Так, серебряная стрела. Стрела гранита. Матрица топора безумия. То есть не только матрицы нужно собирать на броньку, но также и на оружие. Это ж мы можем сделать лук безумия. Наверное, будет очень-очень мощно. Наверное. Там посмотрим. Матрица щита безумия. Ой, хочу лук. Ой, хочу лук. Очень-очень. Так, ну вот вопрос, куда нам дальше? Тут заперто. Залы суда. Так, наверное, я туда пойду чуточку попозже. Давайте посмотрим. Мы еще не нашли третий. Третий кристалл. Что это? Это безупречный топаз. Светится, как лампочка. Ага. Да получается... А я-то думал, тут есть проход. А-а-а. Значит, третий дальше все же. Сложный. Сложный мы сейчас откроем легко. Намного приятнее так открывать, чем вот это автопопытки. Там такой этот противный звук. Так, золотое кольцо с бриллиантом. Меховые перчатки, матрица керасы. Дайте лук, а? Стопудово это на рандом. Меховые перчатки. Нет, меховые перчатки это первоуровневые перчатки. Это, наверное, те самые меховые перчатки, как и в Скайриме, да? Да. Ага. Монстрики. Напоминают мне цветы и зомби. Ну, игрушку. Новая локация. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну он меня спалит, потому что тут свет горит. А источник света это палевно. Очень палевно. Хотя потерял. Нормально. Так, прячется за щитом. Решил посмотреть и встретил стрелу. Хорошо. Еще один дружок. Такой прилег отдохнуть. О, а это надолго. Если срабатывает именно зеленый эффект паралича. Если бы я еще попадал, было вообще прикольно. А так... Совсем не прикольно. Не-не-не, вагонек нам не надо. Руда безумия. Ну, конечно, нам нужны матрицы, но без руды мы ничего не сможем сделать. Жемчужина. И 82 золота. Тут как-то в этом сундучке прям маловато. Маловато. Лута по сравнению с другими. Ремонтный молоток. Я думаю, это опять же очередной намек, что да, давай, зайди. Зайди и отремонтируйся, дружочек. Иначе будет... Смотрите, сколько у нас. Матрица керасы, клейморы, сапог, топора и щита. Кстати, сапог аж 3 уже. То есть можно 2 продать, наверное, да? Да, немножечко надо, надо. Ремонтироваться надо не только из-за того, что оно может там сломаться. Тыры-пыры, у меня уже оружейник прокачан до того уровня, что даже если сломается полностью, я могу ремонтировать. Дело в том, что чем меньше, например, у лука здоровья,
Ну, чем сильнее он поломан, чем меньше он наносит урона. Так что оружие должно быть всегда 100%. Ого, их там штрое. А, это третье, это последнее место, друзья. Последнее место. Блин, к ним не подобраться на расстояние. Ну, сейчас тут темно. Я думаю, вы меня не заметите. Нет, не заметите, не знаю. Вроде... Ой, работает скрытность. Работает. Вот я спрятался. Он, наверное, сейчас палит меня, да? Нет, не успеет, повезло. Повезло! Последний остался. Так, заперт. Сим-сим. Откройся! Жемчужина 59 золота. Дежавю? Похоже на то. Вот он, друзья, кристаллический последний посох. Есть. Плод Алоказии. Алоказии. Хм. Руда безумия. Да, друзья, нашли третий и последний фокусирующий кристалл. Сейчас мы его поместим. С жабкой только расправимся. Посмотрим, что здесь могли пропустить. Ой, хорошо. Ой, куда-то в болезненное место попали. Две баночки лечения. Так, хорошо. Третий. Последний кристалл помещен в соответствующий судный центр. Теперь можно заняться судным резонатором. Его следует настроить и использовать судный аттенюатор, данный мне Шагаратом. Пойдем смотреть. Давно я это на стримах проходил. Уже все забыл. Так, 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 так. Нам вот сюда. Я еще специально смотрю. Ничего ли я не пропускаю? Потому что здесь есть очень интересные, редкие, даже я сказал бы уникальные вещи, которые нам понадобятся для определенного музея. Я хочу их все собрать. Но на этом мы еще не закончили тут путешествие. А ну лови в голову. Хорошо. Странно как-то, да? Получается. Ай! В голову урон намного меньше, чем туловище. Заметили? Ай! Так, 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 так. А что у нас с оружием? А, заряды закончились. Это, думаю, как-то дамажит не так больненько. У меня есть немножечко камней. И мы можем... чуть-чуть его... зарядить. Ага, вон он. В этой чаше ничего нету. Эта чаша мне сразу, знаете, что напомнила? Тарелку, на которой мы готовили мясо в догме. Dragon Dogma. Я вот только недавно ее прошел. Довольно прикольная игра. Ну, лично для меня пока что на один раз, не более. 33 мы отбегали, довольно много. Финал там, конечно, очень сильно разработчики испоганили лично, как мне кажется. Весь эпик испортили. Но поиграйте, смотрите и решите сами, как для вас. Так, безумная руда, иди сюда. Иди сюда. Так, больше ничего такого. Хм. А я туда допрыгну? Я просто прыгаю очень хорошо. Почти, да?
Воу, да ладно, серьезно? Почти, давай. Ну там ничего нету, ай, жалко. Но почти. Прочный железный кинжал, спасибо, не надо. Жемчужина 69. Как-то много 69, 59. 69, 79. Ого! Вон он, гигантский кристалл, друзья. Вот что нам надо. Что это было? Как они спалили меня? Это было странно. Такое ощущение, как будто даже еще не стрелял, они уже заметили. Ого! Ого! Я вообще наношу урону? У меня стрелы закончились. Такое ощущение, знаете, что я зачарил лук. И у меня урон как будто уменьшился еще несколько раз. Так, ладно, вызываем помощника. Зомбяк, давай отвлекай хотя бы того. Фига. Помогай. Что-то вообще не получается. Он какой-то мега толстый. Ой-ой-ой. Второй пробежал. Вот это влип. Они вообще не обращают внимания. Что это такое? Эти жабки мега толстые. Или это просто... Просто, Вань, тогда ты был в скрытности, получал трехкратное преимущество. А без трехкратного преимущества засунь свой дейдрический зачарованный лук куда подальше, потому что на дрожащих островах он не канает. Фига себе. Они, как знаете, враги более высокого уровня. Они меня видят намного лучше. И слышат. И замечают. И он вроде потерял меня из виду. Но все равно находит как-то. Так, хороший эффект паралича. Поехали. Что это за урон? Что это? Лучник. Мне страшно представить, что будет на максимальной сложности. Я на средней сложности 100 стрел не могу жабка расправиться. Игра, хорош! Я сейчас все 200 стрел на него страчу. Что это было? 15 эльфийских стрел забрал с него. А выпустил, наверное, штук 30. Да, вот такие вот жабки. Безумные яды и серебряные стрелы. Я, наверное, их все буду забирать, потому что... С таким раскладом... Стрел понадобится очень много. Опа! Опа! Попрыгун, блин. Я не знаю, у них как будто какой-то барьер я преодолеваю. Я зашел, он меня уже увидел. Да, смотри. Ага, все. Так, зелье лечения заберу. А это что? Дверь заперта. Не помню. Так, гнилая чешуя, яйца, безумная руда, эльфийская стрела. С мордочки прям забрал ее, да, у него?
Как блестит, а? Какая красота. Вот они, текстуры высокого разрешения 2006 года. Вот они, друзья. Офигенно смотрится даже в 2024 году. Даже после прохождения всех этих новых хитов, Dragon's Dogma, которая, блин, еще даже хреново тянет на топовом ПК. Эбонитовая стрела 3 штуки, ожерелье, руда. Но все равно ничего такого сверхценного и для меня я пока не нахожу. Судный резонатор. Используем. Судный резонатор настроен. Следует вернуться в Нью-Шеот и доложить Шагарату об успехе. Фига себе, ракета полетела. Ну да, как-то маленькие. Ой, как круто сделано. Тут какой-то источник энергии. Да, я прям представляю, как разработчики создают Oblivion и мечтают о создании Starfield. Да, вот же ракета, которая летит в космос. Да прекращай, Вань. Так, ну что это? Это телепортатор Зедилиан. Блин, такие солнышки прикольные еще с него. А там куда телепортатор? Там же тоже куда-то телепортирует тебя. Но тут заперто. А почему? Я так понимаю, это телепортатор куда-то в другое место, но почему он заперт? Мне вот вопрос. А та дверь, куда мы должны были зайти, помните, где должны выйти? Плюс ловушка, когда мы упали, там же по бокам были двери. Такое ощущение, что не все исследовал. Ну ладно, пойдем сюда. Наконец-то лорд Шагарат прислал мне помощника. Но где мои манеры? Нужно вспомнить профессиональный тон. Добро пожаловать в Зедилиан. Я хранитель этого подземелья, Килибан Нирандил. Расскажи мне об этом месте. Инженерное чудо, не так ли? Зедилиан предоставляет идеальный тест на стойкость для безрассудных приключенцев, отважившихся проникнуть на дрожащие острова. Однако они не знают, что пришли сюда, в место, где решается их судьба не по собственной воле, а повинуясь зову судного резонатора. Интересно, хотелось бы знать больше. С тех пор, как был создан этот злосчастный страж врат, Зедилиан перестал быть нужен. Он пришел в упадок и в конце концов был окончательно заброшен. Прошло несколько лет, и в нем завелись граммиты, отвратительные твари. Они приняли фокусирующие кристаллы за нечто вроде религиозных символов и забрали их из мест установки. В результате резонатор умолк, и Зедилиан стал бесполезен. К счастью, благодаря тебе, Зедилиан опять приведен в рабочее состояние. Довольно. Как мне выбраться отсюда? Да, прошу прощения, я немного увлекся. Если у тебя при себе аттенюатор, это значит, тебя прислал сам Шагарат. Обычно, как только ты ступаешь на телепортатор в камере резонатора, Зедилиан отправляет тебя обратно к входу. Но поскольку ты здесь, я могу только предположить, что прямо сейчас в подземелье заходит группа приключенцев. Что мне нужно сделать? Единственное, что мы можем сделать, это дать приключенцам пройти цикл испытаний с начала до конца. Буду рад помочь. Полагаю, Шагарат дал тебе описание Зедилиана. Ты можешь изучить его, или я могу проинструктировать тебя сам. Давай. Инструкция.
Проходя по помещениям Зидилиана, путешественники будут встречать испытания, которые ты будешь для них выбирать, используя эти контрольные панели. Все, что от тебя требуется, решить, что останется с путешественниками. Пожелаешь ли ты свести их с ума или лишить жизни? А как делается выбор? Очень просто. Подожди, пока приключенцы займут нужную позицию, затем нажми кнопку. Если они выживут, они перейдут в следующую камеру и так далее. Воистину, все гениальное просто. А как я пойму, что цель достигнута? Ты поймешь, что задача выполнена, когда все они будут лежать мертвые на земле или лишаться рассудка. Естественно, ты сможешь выбрать из их пожитков все, что тебе понравится. Я принесу их вещи тебе, как только мы покончим с ними. Хорошо. Информации достаточно. Как угодно. Камера. Я буду счастлив описать все помещения и рассказать обо всем, что мы увидим, продвигаясь по Зидилиану. Ага. Судный резонатор. Резонатор заманивает приключенцев, выполняя роль своеобразного зова сирены. С помощью резонатора Шиагарат отбирает, по его словам, самые сливки, лучших из худших, годных для пополнения населения островов. Весьма умно, да? Да-да-да. Так хорошо опять быть при деле. И где эти ребята? А, вон они. Ну что, друзья, поэкспериментируем уже на следующем видео. Какой прикольненький у тебя наряд. На этом все. Поддержите видео лайком. Спасибо, что поддерживаете Обливион. И будем дальше. Позволь быть твоим гидом. Дальше проходить. На этом все. Всем счастья и пока.